Фермеры Дагестана борются с саранчой. За 4 года объем обработки территории от этих вредителей снизился. Еще в 2020-м в защите нуждались 117 тысяч гектаров земли. В этом же году планируется обработать всего 28 тысяч гектаров. Добиться такого результата удалось благодаря слаженным усилиям органов власти на всех уровнях и регионального филиала Россельхозцентра. Мониторинг и раннее выявление очагов саранчи способствуют оперативному подавлению вредителей. Это исключает их массовое распространение. Отмечу, на сегодняшний день более 12 тысяч гектаров уже защищены от насекомых.